понимали. Ничего нельзя скрыть от волшебника. Если вы втайне от всех выберете животное, то сможет ли волшебник прочитать его название в ваших мыслях? Я обладаю волшебной силой, которая помогает мне читать все ваши мысли. Чтобы доказать вам это, предлагаю вам выбрать одно из пяти животных, изображенных на картах, которые я вам покажу. И ничего сейчас не говорите. Сейчас я отвернусь, чтобы дать вам возможность выбрать одно из этих животных. После того, как вы это сделаете, положите выбранную карту поверх всей стопки. Конечно, лицевой стороной вниз. Поделили? Хорошо. Сейчас я быстренько перевяжу эту стопку ленточкой. Потому что животные могут выскочить из стопки и убежать. И нужно во что бы то ни стало удержать их. Я сейчас снова отвернусь. А вы развяжете ленточку. Перемещайте карты. И разложите их на столе лицевыми сторонами вниз. Прекрасно. Мне в последний раз понадобится ваша помощь. Выберите две карты, указав на них пальцем. Хорошо, я уберу вот эту. Теперь моя очередь предложить вам две карты. Вот эту карту мы уберем. Теперь вы предлагаете мне две новые карты. Ладно, я уберу вот эту. А сейчас наступает долгожданный момент. У нас осталось две карты. Которую из них вы выбираете? Эту карту мы уберем. Выбранное вами животное – паук.